В Риде проводят уникальные операции животным по трансплантации лап. На этот раз врачи подарили шанс на полноценную жизнь кошке по кличке Лапа. Ей вживили бионические протезы в передние лапы. Приблизительно полгода назад волонтеры принесли животное в клинику. У нее не было обеих передних лап. Следовательно, передвигаться без труда кошка не могла. У специалистов из Лиды уже есть подобный опыт протезирования. Однако в этом случае сложность заключалась в том, что необходимо было протезировать две лапы одновременно. Такой медицинский эксперимент в нашей стране провели впервые. Непосредственно перед операцией была серьезная подготовка. Титановые протезы напечатали на 3D-принтере. Они покрыты специальным составом, он поможет прижиться к костям кошки. Это не ровные пластины, а анатомически изогнутые для максимального комфорта животного. Передние лапы представляют собой достаточно неровные кости, которые, собственно говоря, достаточно сложно подогнать размеры. Задние лапки для нас это уже не совсем обыденность, но, по крайней мере, немножко проще. То с передними все гораздо сложнее. И специально для этого мы собираем достаточно большую группу специалистов, которые будут участвовать в этой уникальной операции. В ней участвовали ветеринарные врачи из Лиды, Павел Жульпа из Гродно, Андрей Елисеев, и из Минска Григорий Чагадаев. Средства на протезы кошки порядка 1200 рублей собрали волонтеры и неравнодушные люди. Первый протез вживлен успешно, второй в ближайшее время. Сейчас она снова привыкает к тому, что у нее есть лапы. В Лиде планируют развивать протезирование для животных. Хотят научить и подготовить других специалистов, чтобы такие операции можно было осуществлять во всех ветеринарных клиниках Беларуси.